Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника Коровиной. Раздел «Из древнерусской литературы. Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Притича». Творческое задание. Напишите небольшое сочинение по картине Иванова «Подвиг молодого киевлянина», используя слова и словосочетания из притчи. Давайте выполним это задание. Однажды пришли печенеги к городу и силою великою осадили Киев. Изнемогавшие от голода и жажды люди решили сдать город, если до утра войска, стоявшие на Днепре, не придут к ним на помощь. Весть об этом решении вызвался донести молодой киевлянин, который умел говорить по-печенежски. Отрок хитростью и мужеством пробил себе дорогу сквозь черные тучи врагов и сумел переплыть к дружине. Дружина же спасла город от осады. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!